Что носить рыженьким? Это главный вопрос прошедшей недели, потому что я сделал подборку тканей для неконтрастных прохладных, для контрастных прохладных. Ну а сегодня я, конечно же, дам готовое решение для рыженьких. Вы узнаете, как просто подбирать ткани. Я расскажу принцип гармонии, который вы сразу же сможете использовать на практике. Объясню, какую ткань обязательно нужно купить этим летом и как это сделать выгодно. Ну а в финале вы увидите готовое решение, с чем можно носить готовое изделие, чтобы у вас все было красиво, здорово и стильно. Итак, смотрите. Один из главных законов гармонии – это подобие. Это простой понятный закон, который легко использовать в подборе нужных тканей, готовой одежды, аксессуаров, ну и так далее. Давайте посмотрим на рыженьких. Что их объединяет? Особое настроение оттенков, которое мы можем назвать температура. У кого-то это прямо огонь, страсть, жара. У кого-то бережное тепло, легкий согревающий ветерок, теплый. И если мы составим цветовую палитру из оттенков глаз, кожи, волос, то получим определенную цветовую палитру, которую на самом деле ни с чем не перепутать. И секрет закона подобия в том, что если вы используете в одежде свои же собственные оттенки или около того, автоматически складывается гармоничный костюмный ансамбль, потому что не возникает ничего чужеродного, все сочетается и подсвечивает друг друга. А теперь внимание! Запомните эту цветовую палитру, потому что сейчас будет эффект вау. Вы поймете, как получить первое гармоничное решение в свой гардероб, если до этого путались в оттенках. Итак, встречайте. Платиновая вискоза с принтом, в котором есть все нужные оттенки. Тут и черепаховый зеленый, и камень жадеит, сочная дыня и палочка корицы. Вся эта красота на фоне оттенка, который официально назван чай ройбуш. Вы спрашиваете, что носить рыженьким. Вот наглядное пособие, ткань, которая поможет выстроить грамотный гардероб, если самостоятельно вы путаетесь в оттенках. Чудесная дышащая основа, струящаяся текстура, переплетение создает фактуру под лен. Оттенки в ткани, я повторюсь, это пособие по грамотному гардеробу для теплого колорита внешности. Берите и шейте без сомнений. Вы можете сшить из этого материала платье на запах. Прямое платье, ампирного кроя. Я для этого материала выбрал платье в формате кафтана. В конце видео я покажу, как будет выглядеть такое изделие из этой ткани и с чем его можно будет комбинировать. А сейчас вы узнаете, как купить эту ткань и сделать это выгодно. Ткань продается на сайте ткани.эксперт. Минимальной суммы заказа нет. Купить можно от 1 метра. Ширина рулона 140 см, в составе вискоза 98 и эластана 2, плотность 145 граммов на квадратный метр. Супер опция для ателье, скидка на малый опт, всего от 6 метров, цена снижается на 20%. Заказы собираются сразу после оплаты и отправляются на следующий день. Быстро, удобно, весело. Будете шить и бесконечно радоваться полезному приобретению. Поэтому сразу после этого видео переходите на сайт, оформляйте заказ, выбирайте удобный способ доставки. Отправим посылку радости уже завтра. Все, пишите комментарии, ставьте плюсики, если понравилось. С вами был Михаил Шабардин. Жду вас на сайте прямо сейчас. Would you dance in it? Would you dance?